Друзья, всем привет! Мы приехали за сковородками. Возможно, мы сейчас купим. Мы приехали в TJ Maxx. Вот сюда. Мы находимся на довольно большой плате. Здесь и Ross, и TJ Maxx. В общем, и здесь чего только нету. Вот это что такое? Это Walmart был. В общем, большая плаза, чего тут только нету. Но мы приехали именно в TJ Maxx. Посмотрим. Мы вот спорим всю дорогу, не можем вспомнить, где мы брали наши белые кастрюли. И мне почему-то помнится, что это был TJ Maxx. А видео искать, конечно же, ну, сколько их там этих видео, пока найдешь. В общем, посмотрим. По-моему, мы брали кто в TJ Maxx. Напишите. Да. Но Вова говорит, вроде в Marshalls. Но я точно помню, что это был не Marshalls. В общем, сейчас пойдем посмотрим. Так, TJ Maxx. Большой магазин. Магазин, кто не знает, стоковых каких-то вещей, товаров, посуды, всякой лабуды. Давай на всякий случай возьмем тележечку. Здесь они небольшие. А вдруг здесь брали. Везде на работу принимают. Так, большой-большой магазин. Сумки, да, ну, мне не надо. Ну, вот дикий Нью-Йорк, например, да. Посмотрите, по $59, по $60, все. Угу. Сумочки. Кто любит вот такие вот кошелочки? Michael Kors за $120. Угу. Тоже можешь ценник показать. Сейчас такие летние вариантики появились. Розовые. Это День Святого Валентина, ребята. Видите, сердца, коробочки красивые. Красота. Так, ну мы идем с вами искать сковородки. Лиза бы тут сейчас уписилась, наверное. $7. Так, ну что, мне кажется, это было здесь. Ой, смотрите, какая милота. А, это на День Патрика. Я же говорю, здесь это было, здесь. Я прям помню, что вот это было тут. Вот да, это серенькие такие. А вот они беленькие, Вова, смотри, вот хорошая кастрюлька, небольшая. Вот тебе просто вот про резиновый ковшик. Такой нужен тебе ковшик? Не, у меня ковшики есть, не, не надо. Да, возьмем. Не, тем более серый, не надо. Так это как у нас? Я бы белая бежевый взяла. Нет, это белый не как это у нас белый как быстро раз. Быстро загажен, у нас бежевый. Вот такие вот. Вот одна серия. Вот небольшая сковородочка есть такая. А вот, кстати, вот они все там есть. Вот. Да, вот беленькая прям сковорода. Так, яичко пожарить. Или что-нибудь быстренько, там, зажарочку какую-нибудь быстренько, раз-раз. А, знаешь, что мне надо? Мне нужна вот такая маленькая сковородочка, Вов, на котлету, интересно, котлету бургер постоянно какой-нибудь. Ну, это вот, давай возьмем какую-нибудь. Мне кажется, вот такую. Вот бери вот с такой вот ручкой, смотри, какая тактильная. Тактильная такая, да. Очень даже. Давай одинаковые возьмем, просто предлагаю. А надо найти тогда одинаковые. Ну, возьмем одинаковые. Ну, ты вот опять вот эту вот берешь, я хотела белую. В смысле? Белую я хочу, я не хочу вот такую вот. Белую будет вот у тебя все время такое вся темными пятнами. Вообще не будет никакой жарки разницы. 100%. Ну так это на этой же точно так же будет. На этой так не будет хотя бы. Вот такой хотя бы серенький, вот приятный серый. Ну, вот такой вот. Какая-то фигня, вот смотри, какой приятный, это вообще такой пастельный цвет какой-то. Не знаю, ну, это ужасный, конечно, серый. Я люблю серый, но вот этот дурацкий серый. Не, вот этот ковш мне вообще не надо, Вова. Ты, блин, да не нужен мне этот ковш, вообще он мне не нужен. Он только место будет лежать, зачем он мне нужен? Вот кастрюльку можно сделать. Сейчас подумаю, нужна ли она мне. Да, вот розовый есть, смотри, розовый. Сердечко, смотрите, какое сердечко. Да, мы брали точно здесь, я точно теперь вспомнила. Там чугунные сковородочки. О, какая кастрюлища. Ой, нету. А, подождите, там вон что-то белое есть. Блинница, смотрите, блинная сковородочка какая. Ну-ка, ой, как удобно можно снять. Ой, какая прелесть, ребята, смотрите, для вот таких вот блинчиков. У меня, правда, есть блинная сковородка, но вот это прям класс, 16,99. О, смотри, какая блинная сковородочка классная. Ну-ка, давай-ка я возьму такую, пусть у меня будет две блинные сковородки. Слушай, она, по-моему, большая или нормальная. А поменьше нету тут? Та вторая, по-моему. Да, здесь остатки, естественно. Да, здесь же все-таки распродажные. Да, ну ладно, пусть будет большой блинчик. Или большой сильно. Ну, заворачивать в них такие большие что-нибудь прикольно. Какую-нибудь начиночку. Вот такая вот она внутри. Прям белая-белая.
Побольше сковородочку. Сковородочку мне нужна. Она же Маша постоянно вот еще такая готовит себе пачка. Да, вот эта хорошенькая, мне нравится. Беленькая. Может, вот такую возьму сразу в стиле, чтобы в одном все было. Ну, ты вот в разном абсолютно стиле выбираешь, видишь? Нет, вот только вот это у нас не заходит. А, ну да. Ну, я тебе и говорю. Мы можем вот такую маленькую взять, вот тебе вот такую, вот смотри, ты хотела вот. Вот так. Угу. Ту вытащи. Это? Да. Да, давай. Мне понравилось. Вот да, это мне вот она не нравится. Чуть-чуть они отличаются, но в целом, по-моему, коллекция та же. Чуть-чуть буквально цвет отличается. Ну да, да, вот это мне прям не нравится, вот этот вот в квадратиках. Где ты их взял? Здесь? Да, кстати, сколько они стоят, сейчас покажу. $100. А, 150. А, ну это же, это нержавейка. Смотри, 150, потом 99, а сейчас сколько она интересна. А сколько сейчас вот она стоит такая? Сзади написано. $12 всего. Давай мне одну вот такую нержавейку возьмем, а? Серьезно? $12, да. Пусть у меня будет одна вот такая нержавейка. У меня не одна. У меня есть такая? Ковшики нержавейки. А, я хочу попробовать на ней что-нибудь обжаривать и просто вот разницу. Побольше хотя бы возьмем. Не, нафиг нужно побольше. Ну, хотя можно, вот. Хотя можно. Вон, вот это, вот, да? Ну вот. 12. Может, это все такие возьмем? Они стоят так же. 16. Они 17. Стоили до этого $150. $150? Офигеть. Ну, вот у меня ковшики, вы знаете, я им нарадоваться не могу. У меня ковшики из нержавейки. Я их просто обожаю. Я все подряд в них варю. Что? В итоге я хотел просто спросить, мы будем вот тебе тоже брать и возьмем вот такой набор, который... Ну, давай вот такую одну возьмем. $12. Одну, вот такую большую мне возьми, вот эту маленькую не надо. А вот эти пусть беленькие будут. Что-то много мне сковородок, я столько не готовлю. Я не знаю. Я тоже. Так, вот эту точно берем? Так, вот эту вот точно берем. Сколько она? $18. Вот хочу взять ее. Крышки. У меня, по-моему, крышки такой у меня нету. Надо брать крышки, что-то. Да, только на них крышек нет, на нержавейке, насколько я знаю. Надо только отдельно брать. Слушай, а если я еще возьму вот такую кастрюльку, по-моему, вот это подойдет под вот эту крышку. Да? Там написано «ждем». Просто мне кастрюлька точно не помешает. Да, все. Да, супер. Да, это пофиг, держится. Все. Размер. Сковородку с крышкой. Вот. Не, вот таких у меня есть, мне не нравятся они. Какие? Ну, такие вот у меня есть просто. Нет. Мне такие не нравятся. Здесь хочется нормальную крышку. Ну, к ней нормальную крышку надо отдельно заказывать. Все, такую кастрюльку я точно хочу взять. Знаете, сколько она стоит? А я не знаю, сколько она стоит. Такая большая кастрюлька, мы в жизни. $25. А мне одной моей недостаточно, когда варю что-нибудь на салаты, например. Может, мне не хватает. Так давай такую вот нержавейку возьмем. Не, такую уже не хочу. Такую хочу белую. Белую вот с такими вот деревянными ручками. Ой, какие приятные. Вот такую, да, давай. Вообще все в разнобой набрали. Ну, сковородки мне такие много так не надо, Вов. Я столько не готовлю. Ну, давай. Блины, так, зачем ты? Тебе, может, блинная не нужна вторая? Сейчас подумаю. Да, рабочая. Ну, я просто хочу попробовать еще и такую. Но она мне, единственное, она мне нужна меньше. Вот такие большие блины не готовлю. Вот поменьше бы такая что, была. Оставляем? Да, оставляю. Не надо, я поменьше лучше найду. Поменьше блины нету. Обычные. Так, ребят, смотрите, в общем, что я взяла. Сейчас покажу. Сейчас я хочу, сейчас скажу, какую хочу. Я взяла вот такую маленькую нержавеечку, взяла вот такую среднюю белую. К ней тоже подходит крышка. А вот к этой у меня маленькие крышки есть. И вот такую кастрюльку. Супчика для всяких. Не, не такую. Знаешь, какую я хочу? Я видела, когда выбирала на Амазоне, видела, вот такой вот стаканчик стоит. Ну, вот как вот к такой посуде. И к ней вот на таких вот ручках такого белого цвета резиновые, ну, вот эти всякие, которые сами приспособления. О, вот и ручки у них... Размен, нет, не берем, да, Вова, я хочу... Резиновая. Я весь набор, я же тебе говорю, я хочу весь ну, такой набор взять. Набор. Давай, ну, так я найду, Вов, я лучше на Амазоне его закажу. Если она стоит $3, да? Да нафиг она нужна мне. $3, мне не нужна такая, Вов. Мне просто вот эта, видишь, она неровная. Она мне не нужна такая, вообще не нужна. Она у меня такая синяя дома просто, лежит, бесхозная. Просто пока ты закажешь, у нас все это я закажу, ничего не уничтожится. У меня же все такие. У нас же все уничтожено уже, поэтому... Нет, Вов, нет. Я просто знаю уже, что я хочу. Давай, не надо это. Но если они будут стоять на столе, то Вруша будет постоянно хватать из них. Он так и так хватает. Давай вот это сейчас одну возьмем. Так, в общем, много всего, конечно. Ножички.
много. Вот, смотри, был неплохой, да, нож-пила, кстати, небольшой и приятный очень. Тоже, видите, сколько всего для кухни. Вот, а я вот эту вот стену прям хорошо помню, что мы вот так вот мы бокалы, по-моему, выбирали здесь. Или что? А, или бутылочки мы выбирали. Бутылочки, по-моему, были. Смотрите, сколько на Пасху уже. А когда Пасха, Вов? Апрель? Это все на Пасху встает. Смотрите, яички. Ой, какая прелесть. А, с них все сыпется. Ай, жесть. Сколько зайков. Сплошные зайки. Яичный венок. Классно. Очень прикольно. Ты видел, сколько на Пасху милоты, милый? Ой, какой сладкий. Господи, мы еще Новый год-то не убрали. Я уже на зайцев смотрю. Много всяких, смотрите. Красивых под интерьер. Если выбирать что-то такое интересное. Бабочки. О, смотрите, какие веселые бокалы. Вау, какие классные. Прикольные бокальчики. Да такие? Большие, правда? Крышечки классные, да? Слушайте, прикольные штуки. Прям мне нравятся. Я бы такие вот взяла. Даже, но не на нашу кухню. О, вот эти прям классные. Под какие-нибудь такие... Зефирки под мои какие-нибудь, не знаю. Крышечки. Прикольные какие. Да. Мне прям нравится. Что там? Все, что-то его обходить, обходить. Он огромный. Можно... Надо было здесь картины брать. Здесь картин навалом вот тоже. Вот так вот можно Машу вот такую взять. Что, авокадо давить? Авокадо давить. Видишь, сразу такая ступка маленькая для авокадо. Кладешь ее. Ну да, разминаешь. Верно. Наверное. Ну, редко очень. Они еле-еле потом перестали. Вот терка мне нужна. Вот в чем мне надо. Вот терка у меня прям умерла очень уже давно. Ух ты, какая тоненькая, смотри. Да, много места не занимает. Да, интересно. Ну, а как из нее выковыривать, окей? Так же. Рука пролазит, да? Ну, вот это вот возьмем большая. Все как. Ты какой пользуешься обычно? Ну, это обыкновенный. Ну, вот это вот тебе подходит. Вот для сыра есть. Для сыра пофиг это. Для сыра мы берем уже тертый. Вот это вот тебе подойдет такая? Да, мне вот такая и нужна. Я просто смотрю, какие они есть еще. Ой, маленькие какие есть. Ой, беленькая. Маленькая есть. Неудобно будет, если ты будешь царапать. Вот есть круглая. Ну, не, круглая точно неудобно. Вот у меня вот такая вот обыкновенная терка, только ручка другая. Ну, вот, и она нормальная. Вся стерла тупая, как не знаю что. Ну, конечно, возьми. Ну, вот возьми. Подожди-ка. Здесь ручка удобная, держать удобно. Понятно. В отличие от того. Ну, может быть. Ну, вот эти две мне не нужны. Ну, для чего? Подожди-ка. О, резиновая, смотрите, стоит еще удобно очень. Она не скользит. Ой. Решено, беру белую. Вот такую вот. Она тоже стоит, видите? О, сори. Она тоже, видите, она стоит, резиновая. И тоже очень удобно. И подходит. Яблоки там, что бананы, что-нибудь положить. Так, во, мне уговаривают вот эту взять. Ну, можно взять поменьше ее, конечно, но не поменьше. Тут немножко, кажется, она падает у меня. А что ты в нее хочешь, бананы всякие складывать? Ну, у нас вечно по столу валяется всякая фигня. У нас только бананы лежат, все остальное в холодильнике. Ну, не знаю. Не, я против. Что вот сюда бы... Ну, большая, я в нее ничего не положу. Можно. Мне просто все фрукты часто спрашиваете, зачем что-то храним в холодильнике. А мы любим просто холодное, все кроме бананов, они портятся в холодильнике. А все остальное у нас именно в холодильнике лежит. Я вот взял такую штуку, что просто что варится печенье. Не, она меня как-то угнетает. Если она тебя угнетает. Печенье точно не надо. Тебя пугает. Да, меня пугает. Угнетает и пугает. Мне не нравится эта расцветка, черная с деревом. Печеньки все время. Я люблю белое с деревом. А? Какие печеньки? Ну, у нас вот такого цвета. А, для Машиной выпечки, что ли? Дурацкий не угнетает, который... Угнетает, очень сильно угнетает. Мы же не берем это на вечно. Это вот сейчас взять, просто для удобства. Ну, мне она просто не нравится.
Ну, а что-то вот, я не знаю, да вот такую вот маленькую лазунью, конечно, но она как-то, чтобы печеньки, ну, все будет вываливаться. Ну, это более мило. Ну, сюда ничего не поместится. Ну, и не поместится. А что ты хочешь положить, только печенье? Ты для печенья, ну, это берешь? Ну, печенье, можно яблоки, апельсины, бананы сложить, например, просто как бы. Ну, какие апельсины, бананы? Прикольные. У меня есть, у меня две штуки. Ой, нифига себе. Гранит? Да, ох, нифига себе. Ой, мрамор. Мерлоу, мрамор. Мамочка. Сколько у нас? 5,99 всего. Господи, мне даже положить тяжело, я боюсь разбить что-нибудь. Не, вот это не берем. Пойдем. Лучше просто вазочку. Просто умоляется тебя не унитать. Меня тут унитать, когда на столе у нас валяется. Тогда лучше вазочку взять, во, вазочку. Какую-нибудь милую вазочку, но не из черного железа. На крышке такой. Ну вот это еще более-менее как-то. Ну нет, нет, все равно нет. Вот под печеньки. Давай с накрывалкой возьмем хорошо такую, знаешь, на подставку. Ну тогда это не здесь, наверное. Да здесь. Зайчики. Ой, где-то, ну да. Кругленький с накрывашкой, чтобы можно было эти Машины печеньки складывать туда. Угу. Стояли в каком-то цивильном виде. Чем? Вот эти вот мне прям очень нравятся. Да, я бы прям видно. Поставила на кухню. Нет, не видно, что жить. Ну так, да, для красоты. Да, мне прям очень они нравятся. Классные. Я бы штучки три. Ну, у нас просто стоят уже контейнеры. Ой, боже, боже. Ну ты у нас не ешь. Левочки нет. А сыр и прошутто какой-нибудь было бы прикольно. Ну, прикольно складывается. Можно, конечно, взять поменьше даже. Она большая, да. Тут единственный минус в этих магазинах, наверное, дешевые цены, то что выбора практически нет. Нет, выбор есть, просто настолько все разное. То есть вот какой-то набор, допустим, не соберешь. Ну, какая-нибудь вот такая. А, это набор, кстати. А, нет, отдельно. Ну, ты знаешь, это вот потом где-нибудь бросится в глаза вот такая. О, точно, вот нам подходит. Вот здесь пока ни от чего не ослеплю. А я так люблю всякие вот такие ветки торчащие. О, пушистая веточка. О, места какие собачачьи. Так, магазин, конечно, очень большой. О, ты в собачек зашел. Магазин очень, конечно, большой. Чего здесь только нет. Ой, какая прелесть, ребята. Как мягонькая. Прям вообще. Смотрите, какие покрывала. Мягкие такие. Тоже все по цветам. Синее с синим. О, смотрите, стиль Прованс. Ну, приятные, кстати, очень. $49. Упс. Одежды полно всякой. Вообще здесь все можно купить. А я бы купальник Кате здесь взяла. У нее, она из купальника, хотел сказать, выросла, но наоборот получилось. О, вот это я бы взяла лаврику вместе с шортами. Это школьный набор, вообще обалденный. Так, это вместе идет, да? Вот отличные шорты на резинке. У него просто ровно вот почти такие же шорты. Так, на 6, но ему смело можно брать на 7, на 8. Нет, не такие, немножко не такие у него. Вот, ему вот такое надо брать. Супер наборчик вообще прям. Так, давайте посмотрим, сколько он стоит. И сколько он стоил. Так, 16,99 сейчас, 30 он стоил. Футболочка, шортики. Вообще огонь просто для школы. Я бы такие даже два взяла. Тут еще на 7. А вот такие вот есть шорты. Супер вообще для школы. Сейчас еще Катюхе пойду посмотрю. Вот такие вот шорты, но они такие, знаете, вот эти хотя бы они... О, вот это темные шорты. Это на какой? На 6 лет. Темные шорты тоже прикольные. А, это другой вообще, смотрите. Это вот такой Nike. Вышивка такая. Классный. Точно на 6? 5-6, да. Классные шорты просто. Так, что-то есть еще на 7. Такой же, как наш. Вот какой-то с пауком есть на 7. Ой, нет, вот это, знаете, она такая, как материал называется, который, ну, понятно, да, как купальник. Шорты тоже классные внешне, но очень такие, тоже вот опять же в них, ну, хотя нет, ну, точно нет. Так, Кате надо тоже взять что-нибудь такое школьное, смотрите, тоже вот возраст написан, и дальше погнали. Так, что здесь девочки? Девочки, лосину Катюхи
полно. Купальник нам надо, Катюхе. Какой-нибудь. Так, Катя, я ничего не нашла. Ничего интересного. Очень много женской одежды. Много-много. Вон туда идут ряды. Много-много очень женской. И мужской, наверное, тоже. В продаже тоже вообще просто бомба. Да, такая. Мужской такой запах прям. Причем, видишь, все хорошо. Три в одном сразу. Три в одном, как вы любите с Любой. Не надо париться, не надо читать. Стоит всего $7. Здесь очень много. 1 литр здесь, короче. Но, пожалуйста, не оставляй, дети выливают. Не, я убираю. Ты просто не заметила, я купила вам 2. Я не знаю, я не нашел. А ты каким он детским, что ли, папа тролл? Да, и он ужасный. Я просто их убираю теперь от детей. Он не мыли в салоне. Конечно, конечно. Так, надо селедки купить. Кого? Ну, он на себя все вылил, эти духи. А, да? Духи на себя все вылил? Возьми ему какой-нибудь. Так, а вот детям я бы взяла просто пену для душа. Обычная пена, я пока здесь такой не вижу. Там женского очень много, мужской вот тоже парфюм. А где тут мужской шмоточник? Вот этот вот шмотинг мужской. А, вот он, ага. А где тут шмотинг? Мужской, женский. Вот, приятно, чтобы вы понимали, такой, вот это вот все, гигантский зал. Да, ну что? Прикольный. Да, прикольный зап, мне нравится. Да. А он тот зелененький, понюхай. Ну там он стоит, вон тот зелененький. Да, это... Ну, $15. Ага. А вон тот понюхай, вон тот. Пониже. Такой. Ну, тоже свеженький такой, но немножко похуже. Нет, вот этот лучше. Вот этот точно получше. Вон те, он кругленькие, понюхай тоже. Свежий совсем, да, хороший такой. Что-то такое... Нет, он какой-то женский. Почему? Ну, не, слишком какой-то приторный. Ну, какой приторный, наоборот, легкий такой запах. Ну, не Левин, я сразу с Левой начинаю ассоциировать, визуализировать. И как-то у меня не складывается картинка. Вот этот вот открой, Вудс. Ой, вот это должен быть классный запах, Лов. Вот этот вот. Сейчас уже приелось немножко. Ну, похож на вот этот такой, ну нет, такой лесной какой-то. Да не лесной. Слушай, а мне нравится вот этот, кстати, лёд, очень даже ничего. А вот этот... Бурбон краб. Нет? Не, мне вот этот понравился, кстати, вот. Я только хотел посмотреть. Давай. Тоже какие-то. Нет? Гесс. Есть где понюхать его, этот Гесс? Нет? Только в упаковке, да? Да вот тут взяли, все нормально, хватит. Там, пока хватит, да. Вообще ничего не понравилось у Кати, просто вот вообще прям. Ну, у Кати больше вещей, чем у Лаврика. Что, мне Лиза звонит, приехала, что ли? Так, заболталась с Лизой. Мы, вот еще, видите, стаканчик еще вот этот вот взяла, оранжевый Лизе. У нее ее сломался. Так, взяла еще ножницы, кухонные ножницы. Давно хотела их приобрести для кухни, там резать что-нибудь такое, эти продукты резать. А, что-то там Вова тоже взял собаке какую-то игрушку. Что ты вообще взял? Собаке шарик, да? Мячик взял. Что ты еще вот такой вот стаканчик? А, вон он, мячик. Терочку. Что это? А, вот такие ножницы, смотрите, вот такие ножницы взял. Ну, понятно, эту хохламу я выкину, а сами ножницы оставлю. И вот такой вот классный стаканчик. Ножницы, кстати, совсем недорого стоят, всего $3, 2,99. И вот такой, смотрите, крутой стаканчик, прям крутой, прям вообще, 3 в 1. Чё, 3 в 1, не знаю, 12,99. Ну, вот какой-то 3 в 1. Что там, 3, не знаю, суп, первое, второе, что ли, наливать, я не знаю. Ну, еще Лизе так, для воды со льдом нужно. Нужен такой стаканчик. И, в принципе, все, больше ничего. Нам упаковали вот так, бумажку, все, сковородки. Все. Так, вся наша закупочка, там еще туалетная вода, гели для душа 2 штуки. $152. И таксы у нас $10. То есть $142.88, итого $10 налог. Продуктов нет, здесь все облагается налогом.